Сажаю чеснок воздушными луковичками, бульбочками. Зачем и как? Чеснок, выращиваемый несколько лет традиционным способом, постепенно вырождается. Для оздоровления посадочного материала, а также для сохранения и размножения сорта, сажаем бульбочки. Конечно, полноценный урожай мы получим только через год или два, ведь в первый год можно получить только однозубки. Способ выращивания бульбочек ничем не отличается от способа выращивания обычного чеснока. Из чесночных соцветий отбираю самые крупные, гладкие, блестящие, без следов повреждений. Перед посадкой для обеззараживания замачиваю бульбочки на 30 минут в слабом растворе марганцовки, затем просушиваю и высаживаю. Специально грядку для бульбочек не готовлю, высаживаю их вместе с зубками. На заранее приготовленной грядке, как ее готовлю, есть на моем канале. Вдоль грядки делаю бороздки глубиной в 5 см. Насыпаю древесную золу, равномерно складываю бульбочки и засыпаю грядку перегноем. Затем высеиваю седерат горчицу белую, а когда наступят морозы, замульчирую грядку лежалыми опилками. Размножать чеснок я буду с пересадкой однозубок, то есть летом их выкопаю, высушу, а осенью снова посажу на грядку. Можно и не пересаживать, а оставить расти на прежнем месте. Чеснок, посаженный бульбочками, обновится, и через 2 года это будет качественный и здоровый посадочный материал. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вам просто нравятся комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.